Юргу состоялось открытие региональной научной бизнес-школы. Главная цель проекта – поддержка научных разработок молодых ученых в бизнес-пространстве. Поддержать талантов. Вот мы сейчас и рассказываем на бизнесе, что мы готовы поддержать, точнее не мы готовы, а Минэкономразвитие готово поддержать талантов, чтобы они занимались наукой и бизнесом. На открытии наградили абсолютных победителей регионального этапа форума «Шаг в будущее». Модуль электрохимической обработки микропроволоки Кирилла Кузнецова заинтересовал международную корпорацию Intel. Компания предложила изобретателю участие в форуме в США. Молодой ученый надеется, что занятия в бизнес-школе помогут ему продвинуть свой проект и разработать новый. В любом подобном мероприятии ищется знание, которое может тебе помочь далее продолжить свой творческий путь научно-исследовательский. И, собственно говоря, я его и пытаюсь получить. В рамках бизнес-школы ведущие российские специалисты в области бизнеса и науки проведут 6 лекций и мастер-классов для студентов и школьников.